Spaghetti and Marshmallows уже успела надоесть множеству пользователей, и они, наверное, как и я, отправились в маркет за новой порцией головоломок в стиле World of Goo, которая совсем не спешит на Android. В своих поисках я наткнулся на Fruits vs. Birds. Игра эта пролежала в маркете не так долго, сейчас ее почему-то там нет, но все желающие смогут скачать APK-файл в конце обзора. Fruits vs. Birds – это головоломка, которая очень напоминает Spaghetti and Marshmallows или World of Goo. Вам все так же предстоит строить башни из подручных материалов, а в данном случае в ход идут спагетти и квадратные арбузы. Для тех, кто не успел или не захотел попробовать Spaghetti and Marshmallows, я немного расскажу об игровом процессе. В самом начале уровня у вас в карманах есть некоторое количество спагетти и зефирных квадратиков. И у вас есть цель – выстроить башню определенной высоты. Но кроме закона физики, возведению конструкции мешают неожиданно возникшие на уровне лягушки, которые лопают соединяющие макаронины зефир. Fruits vs. Birds – все то же самое, только вместо лягушек – птички, а вместо зефира – арбузы. Так что игру попробовать однозначно стоит. Для тех, кто уже давно прошел Spaghetti and Marshmallows, это станет новым вызовом, ну а для тех, кто не играл, обернется новыми впечатлениями.